Кино, здесь мы ночевали сегодня ночью. По приезде нас приняли товарищи монахи. Мы им благодарны. Это дверь в трапезную, где мы тоже сейчас позавтракали. Большое тоже спасибо. Конечно, подожди еще. Народ проснется. В 10-11 попрет. Нет, 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 не мешайте. Было бы солнышко, так он бы блестел. Ага, ярко красится. На фоне зелени такой. Ну, я говорю, машины сейчас будут переть сюда. А я взял попробовал на 1500, хорошо работает вообще. И, ну конечно, если прямо на максимально там и оно как это размытое. А пацанчик стоял, я ему показал так и так вот самое.
Он говорит, а сильнее можно приближать? Я говорю, можно, но переключить. И взял перенем, переключил на 1500. Ну, он-то не умеет, он раз и резко. Я говорю, не надо, она потихонечку затяжет. Ну что, пацаночек, первый раз это самое. А ему же интересно, не жалко. Тычинки и пестики. Тычиночки, чтоб видно было. Вот этот большой получается. Лампадка горит красивая. Иконка и лампадка. Над входом. Давай цветочки изображать. У нас таких же нету. Снял даже прямо в камеру. Лепесток в камеру даже уперся. Да. Вот. Щекочет, да? Щекочет. Ну-ка, я себе еще и прибью его. Оп. Так. Вот это. Как бы их вот. Как будто вот это. Как иголочки прям такие-то. Вот это. Не, пойдем. Может, другая какая-то? Там Чкаловская, наверное. Чкалов же это. Может быть, может быть. Там памятник Чкалов же. Ой. А где-то не помнишь? Ой. Кого там увидел? Это? Цветочек. Ну, славят. Аленький. Маленький, совсем маленький. Аленький. Еще и аленький. Два достойных. Или это сиреневенькие? Угу, понял. А, это раздевалка? Говорят, грех великий нельзя, я тоже сказала. Где ухи, вздохи, а говорят, нельзя. Ну, если там доплывете до женского,
Расслабься, не вот так, расслабься. Куду там? В крещение, в крещенский-то самое. Не так было, да? Не так вроде. Или я себе так настроил. Что-то очень холодно казалось. Это она вон спряталась, коза. А, с этой стороны. А, она это. Сидела здесь? Сидит она вон, она, да, вон. Она сейчас вылазит, но... вылазит сюда, смотри. Она ползет. С листика все равно вернулась. Две глазки-то большие. Вот, тоже видите, у меня макрофон не фокусируется. Где-то там. Ладно. Да. Блин, ветром еще дует, так вот. Ну еще он не даст приближение вот так. Ух ты. Ух ты. На взлете. Опа, выходит. Дескать. Как бы повернулась. Уволтает, как ее. Ай! Это все резко, не хочет. Но... Че? Что, ты залезть не можешь? Некогда. Там Николай, это, пол. Валерий Николаевич на спорт. Где-то к 11. Ну, 11 час. Горки-то как бы все. Белогорье. Ой, а тут шишки уже, две даже есть на елочке. Вот надо термос доставать и туда будет наливать святую. Святую?
тут дальше, то будет железяка. Дай бежать опять на то, снять на видео. Еще, видимо, не дошли. Мани-мани. На нашу же церковь в Финляндии, делали. А там, смотрите, в куполе, что он отражается? В большом. В большом? Маленький, по-моему, отражается. Вестимир отражается или что-то? Приблизить.
еще. Ну, снял. Ключим. Сразу кусаться.